Давайте еще раз посмотрим эту заставку. Я, в принципе, уже смотрел. Я не знаю, чего ожидать по пути внутрь фабрики. Будьте осторожнее. И еще одно. Взрыв боеголовки может повлечь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку, используемую как вакцину. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Угробите. О, куда пой? А я? Меня не берут. Ладно. В принципе, если я побегу, то она медленно меня едет, по идее. Сначала ты. Ты ничего не заметил? Это... Хорошо. Говоришь? Это последнее. После этого мы валим отсюда. Вэлл присмотрит за боеголовкой. А ты, Джек, зачисть территорию и вызови лифт. Ага. Я... Достань их! А, кстати, неплохо за укрытие так спрятал. О, чел. Хватит бегать, блин. Можешь остановиться? Стой. Знакомый мост. На таком уже были. Можно к нему реально поближе подойти, к этому мосту. Он реально хороший. У меня, в принципе, дерево неплохое. Но мне приходится из прицела по всем стрелять. Точнее, издалека. Давай остановлюсь. Убили его? Убили. Так, аккуратненько. Есть кто? На радаре еще кто-то есть? А... Но непонятно, где этот чел. А, и когда иду, я не могу прицел активировать. А, нет, могу. А, нет, не могу. Короче, иногда почему-то могу, иногда нихера не могу. Так, тут лутик у них в виде дрончиков. Так, а где это? Она там осталась. Так, что мне надо? Войдите внутрь и вызовите лифт. Окей. Короче, иногда можно активировать на ходу почему-то, иногда нет. Ладно, эти прицелы. Где вот этот чувак, который на карте помечен? О, выбежал. А, я думаю, кто-то еще стреляет, походу она стреляла еще, да? Так, ну вроде бы все. Так. Приятно то, что мы эмочку вернули себе. На одной миссии пришлось от нее избавиться. Валерий на подходе. Еще пару секунд. А на подходе. О, это кто? Пулемет! Что? А мы кстати, по-моему, первый раз, да, пулемет встречаем? Ну-ка, чисто посмотреть, что это такое. Угу. 100 патронов, а чем он стреляет? 300. О. Привет. Мы тебя ждали, да? Джек, она здесь. Спускайтесь. Ну это по большим чувакам, наверное, стрелять. Ну-ка. Перезарядка долго, это понятно. 282. Ой, фу, а чё он мои патроны жрет? Пошел в жопу. Як. А, поди. Не, у нас как бы для... Винтовки есть М-ка шикарная и штука с прицелом. Пулемет нам как бы не нужен. Если бы он стрелял какими-нибудь другими патронами, либо хотя бы ППшными, либо какими-то своими, собственными, то было бы ок. Но то, что он тратит наши эти автоматические патроны, ну такое. У нас так на них дефицит, если эти сейчас пойдут монстры.
Тут все это надо запомнить, если что, вернемся, мне кажется. Так, тут, кстати, эти могут челы быть уже, да? Сохранение игры, хорошо. Все-таки отсюда попробовать подстреливаться. К нам здесь гости. Будет полегче. К нам гости. Эй, друг, ты жив? Блин, камень имба. Если понять, как он работает, это прям жесть. Очень сильно помогает. Что произошло? Блин, стрёмно, кстати, то, что он с этой... А-а-а, вон они где идут. Они, я так понимаю, здесь сейчас тогда начнут выходить. Там трое, по-моему, было, да? Или сколько мы их убивали на этой лестнице? Блин. Эй, ты что за чертовщина? Там они двое выбежали. Я начал сначала в одного целить, потом увидел второго, начал по второму почему-то целиться. Так, это, по идее, последние должны быть. Блин, что приятно, то, что у этой штуки 40 патронов в магазине. И надо ее сейчас перезаряжать. И меня это не останавливает. Ну там вот чувак, кого было много. Вот этих мы убили, то есть которые мы тут вот убивали, да? Это вот эти сейчас здесь спускались по лестнице. А кто он там тогда был? Мы, кстати, хп не потеряли. Там еще одна аптечка. Это может быть маленькая аптечка. Чуваки с собой таскать. И различные аптеки. С пистолетами бегают. Даже лутать с них нечего. И патронов немного потратили, броник нас фул, плюс у нас там в запасе один лежит. Спине, да. Странно, что это все, кстати. То же самое, тупик. А, блин. Надо как-то наверх подняться. Вроде никого. Чел? Это колонна. Блин, в прошлый раз я тоже подумал, что это колонна. Оказался чел. Блин, как-то меньше их, не? Он в прошлый раз был намного больше. Вот еще кого-то лишнего сагрили. А сейчас у нас никто лишний не сагрился. Откройте ворота, чтобы мог проехать погрузчик. Мог. Велитель крови. Слышишь, что у нас тут? Так, хочу на самом деле посмотреть, а есть ли тут еще проходы на эту штуку. И, походу, есть. То есть меня могут сейчас с двух сторон выпушивать. Так, ты я открыл или... Ой, какая плохая позиция. Отвратительная. Просто отвратительная. То есть не оттуда могут челы выходить, и отсюда. То есть мне надо, наверное, внутрь зайти лучше. Вопрос, куда? Али. А эта штука будет убивать? Вот о чем я и говорю. Типа чел с другой стороны зашел ко мне. И я ноль. Можно вернуться за аптечечкой. Шаги его спалили немного. За птичкой сбегать. Плавая. Ну, я говорил то, что может быть лоховская птичка. Вон, погнали за нормальной. Ну, давайте, ладно, птичку не возьмем, броник заберем аккуратненько. Так вот. Мы плюс-минус остановили себе. Что там, чуваки не идут к нам? Это, походу, мы все-таки сагрили тот пак. И они вот выходили как раз-таки оттуда. То, что в прошлый раз прям намного больше людей было. Так. И больше никто не идет. Не знаю, есть ли там еще кто-то. Блять, есть.
Хочешь еще? Бился. Там два или что? Я прицел вышел. Это игра. Это обычные рабочие, они лохи во всех смыслах. Они и стрелять не умеют, и брони у них нету. И пи у них мало. Это он же был, да? Я тебя вижу! Я тебя вижу. Я тебя тоже. Сложные локации. А, многоуровневый. Время драть задницы! Время драть задницы. Ну-ну. Погрузчик завелся, походу. Вроде бы все. Течка на фул пойдет. И кто-то есть. Кто-то замечательный. Я не понимаю, кто и где. Самое сложное, что непонятно слева, справа, снизу, сверху. То, что со всех сторон надо чекать. Нам, судя по всему, вот эту дверь надо открыть. С этой стороны. Меня кто-то палит, я не понимаю, кто. О. Так, откуда? Блин, здесь эта штука. Блять, что? Не понимаю, откуда. Я не понимаю, откуда. Жесть. Я просто вообще нихера не понимаю. Он снизу где-то. Че, сволочь. Пиздец. Он же перебежал куда-то. Кто-то один остался. Возможно, сейчас в эти двери забежал, да? О, кстати. Я никого не вижу. Окей. Боже, что это был последний. Так, нам вниз надо. Судя по всему. Кстати, по инвариан немного спасает. Она убирает все ненужные нам штуки, и мы видим то, что нам только нужно. Вы, так сказать. Як. Оно? Молодец, Джек. Ты почти на оно. Месте. Что, это поедет? Или нам еще что-то надо? Не хочет. Или хочет. Нас больше нет дальше миссии. О, едет. Погрузчики. А можем? Блин. Надеюсь, мы не умрем. О. в смысле. Стой, давай, давай. В смысле, блин? Че нельзя-то? Так, что, вот эту дверь тоже тебе надо открыть? Эта сторона не открывается. Она встанет сейчас, да? Так. Он снова наверх, видимо. Осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Нет, дверь она, походу, смогла открыть. А, блин, да что? О, игру сохранил. Я. Ты ничего не заметил? Я убью тебя в ночь, мы его потеряли. Джек, осторожней! Мерики на лицо. Вон так! Черт, а они ничего! Я протрявлю твою башку! Джек, осторожней!
Чел просто выбежал. А, я даже не пытался в него стрелять. Просто под мои пули своей головой попал. Як. Все, что ли? Блин, здесь какая-то дверь. Стрёмная дверь. За дверь. А, не открывается. Хорошо. Тогда не очень стрёмная. Откройте дверь в мутагенную камеру. Тоже не открывается. Это, судя по всему, открывается. Никого? Опять ее, видимо, ждем. Хорошо. И она там едет? Если ее дым не убьет. Парт, который... Это меня-то, блин. Чё я-то не могу прокатиться? Хочу прокатиться. Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Судя по тому, что я смог перехватить со спутника, здесь Кригер проводил третью стадию своих экспериментов. Он так сильно торопил события, что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ, вкалывая в них траген-сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Открывай, что-то стало. Давай, давай! Дойл, мы в лаборатории. Окей, время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Джек! Вэл, активируй боеголовку. Джек, прикрывай ее любой ценой, она не сможет обороняться. Где она? За мной! Чел с щитом невозможно кушать. Давай, давай, Джек! Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Поторопитесь, у нас посетители. Их немало. Жив? Как идет процесс? Что? Время драть задницы! Эй, друг, жив! Глаз на жопу! Черт, а они ничего! Ой, там интересно, двое. Да их убили. Че, будут? Тревог никто не активирует почему-то. О, третий. Держись, у нас кто-то на хвосте. Четвертый. Четверо? Вот четверо. Становится жарко, Вэл. Поднажми. Блин, хорошо, когда я не считаю опущен, конечно. Приятно стрелять. Надеюсь, здесь кто-нибудь может подойти. Я не замечу его. Стоять, да. Пять четверо. Ну, троих уже вижу. Одного убил. Второго убил. Третий жив. В смысле нет? Что, блядь? Чё он живучий такой? Установлен
отсоси! Ну-ка, толкает. А, я побежал. Идите с фабрики, Вэл следует за вами. Точно? Вперед! Я за ней следую. Че вперед? А, вот сохранение. Ты слышишь? Вперед, что, блядь, да кто? Кто он взялся? Ты не толкай, блядь, меня, уёбищная. Сейчас я надерну тебя. Блядь. Все? Да, дальше что? Ты слышал? Что-то так вот открыто стоит, блин, спрячься. Да, им пофиг на нее, походу. Где-то не стреляй даже. Он четвертый должен быть, не? Не открывается. И... Не, клевтецкий. Идешь? Не работает. Не заработал. Як. Фабрики. Там не надо? Надо. Блять. Сволочи. Ай, блин. Эти катсцены. Загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо. Нормально.